Всем привет! Вот все говорят же, знаете, сколько людей, наверное, столько и мнений. Какие же мы все-таки все люди разные. Я вот поражаюсь, знаете. Ну, Люська, как всегда, в своем репертуаре. Все, не поговоришь. Это моя Люська следит за всеми порядками. Кто куда пошел, кто чего. Если ей не нравится, то она уже начинает тявкать. Ну все, опять я села. Пуховый, не уходи никуда, чтобы Люся не плакала, не гавкала, не ругалась на вас. Понял ты, Пуховый? Вот, садись рядышком и сиди здесь, сиди. Вот сюда садись. В общем, мне нужно знать ваше мнение тоже. Мое мнение одно, я уже высказывалась по поводу благодарности. Имеет ли право кто и какой человек благодарить других? Или не имеет? Если у тебя нету богатства, если у тебя нету денег, если ты, ну, в общем, нищий, ты не имеешь права произносить слово «благодарю». Вот есть такой тип людей, которые вот считают, что это правильно. Нельзя произносить слово «благодарю», если у тебя не накоплено богатство, и ты не богатый человек, а нищий. Считается тогда, когда человек, значит, разбогатеет, только потом может произносить слово «благодарю». Что ты будешь... Какие ты можешь блага подарить, вроде того, чтобы благо дарить, вот, если ты ничего не имеешь. Ваше мнение какое? Пуховый, ну не лезь, пожалуйста. Меня это, знаете, как-то поразило и задело. Я уже не первый раз вот это встречаю, таких людей, и слышу. Мне кажется, наоборот, если даже человек нищий и произносит слово «благодарить», «благодарю», у него состояние души и состояние материальное, наоборот, улучшается, если человек за каждую мелочь благодарит. Благодарить ведь надо можно за все, что есть в этом мире. Ложишься спать, поблагодари, я так считаю, за то, что ты прожил этот день, за все, что в нем было. Покушал, встал, поблагодари. Проснулся, поблагодари. Я считаю так, за каждую мелочь. Если тебе кто-то что-то дал, тоже поблагодарить надо. Почему, если человек не имеет богатство большого, почему он не имеет права произносить это слово? Меня вот, знаете, как-то возмутило это вообще так. Такую дикость я еще никогда не встречала. Вот сначала разбогатейте, а потом благодарите. Я считаю только так. А как вы считаете? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Мне вот просто интересно ваше мнение. Может, есть такие тоже люди, которые считают так. Я не считаю. Я вот по своей жизни, я, конечно, беру и сужу по себе больше всего. Когда вот замечаешь и говоришь «благодарю за все», да? Даже за то, что проснулся, за то, что вот это есть красота, вот эта зелень, вот это все растет. За все благодарить надо. Вы понимаете, как-то и становится у тебя в жизни все лучше и лучше. Я не знаю. Мне кажется, наверное, такие несчастные, что ли, люди, что-то они так вот, как бы это... В общем, пишите. Мы, может быть, возможно, еще поговорим на эту тему не один раз. Пришли тут они мне. Пришли, да. И Катька, и Пуховый, все тут кружатся. Вот так, мои хорошие. Я свою точку зрения высказала, вы ее знаете.
Я уже не первый раз просто говорю на эту тему, конечно. Я хочу еще ваше мнение. Может быть, я не права, может быть, тот человек прав. Но мне вот это вот, знаете, как-то удивительно. Я не понимаю. Это все равно, что вот ты вот этому Богу не верь, а вот этому верь, да, вот он хороший. У каждого в душе свой Бог есть. Поэтому, не знаю, такое мое мнение. Такая моя сегодня маленькая рассуждалка. Сейчас налопалась булочек. Спекла булочки и налопалась. Сразу 3 штуки съела. И еще тянется, рука тянется прям туда. Они так настолько вкусные получились. Если кто-то не делал, не пробовал, попробуйте сделать так. Вкусненько. Нежные такие, пышные, мягенькие. Вот так вот мои лапочки. Все, давайте. Я жду ваших комментариев. Я жду ваших лайков, потому что я смотрю, никто не ставит лайки. Ой, еще, правда, знаете что? Одна вещь я вам скажу. Никто, видимо, или внимательно не смотрел, или никто не обратил внимания на то, что я ошиблась в одном видео. И я сейчас, знаете, даже, может быть, и не специально, но, конечно, а просто, вот, знаете, произнесла я слова, говорю, как я раньше сказала, говорю, по 300 тысяч в год. По 300 тысяч человек подписываются ко мне на канал в год. Вы понимаете, что я сказала? Не человек, а тысяч. Я когда просто потом видео свое стала просматривать, и вот этот момент я услышала. Я говорю, так я скоро буду. У меня еще прямо чуть-чуть осталось, и у меня будет 1 000 000. Я настолько счастлива. Вы вот не представляете, как мне легко на душе стало. Думаю, вот надо же, может быть, я не случайно оговорилась. Так что я теперь 1 000 000. Вот так вот. Не то, что некоторые. Я говорю, как здорово-то, а? По 300 тысяч в год подписчиков. Это же вообще клево. Так что ставьте лайки. Вот. И будем догонять 1 000 000.